2020 можно смело назвать годом добрых дел для медицины. Предприятия, частные компании и просто неравнодушные люди оказывают самую разную помощь сотрудникам Мозырской городской больницы. Сегодня полезный подарок – новую стиральную машину детскому хирургическому отделению передал коллектив автошколы АКС. Своими силами крепкие мужчины доставили современный функциональный агрегат в больницу и вручили персоналу отделения. Помощь для нас, конкретно для персонала, это очень сильно облегчит нашу жизнь, нашу работу. И нам будет гораздо проще оказывать пациентам помощь. Любая помощь, во-первых, это приятно, во-вторых, это всегда очень нужно. Поэтому, да, мы очень благодарны за оказанную нам помощь нашему отделению. Подарок автошкола АКС приурочила к собственному юбилею – 20-летию со дня открытия. Такой вот необычный, очень интересный подход – дарить подарки другим на собственный день рождения. Причем сезон приятных сюрпризов автошкола только начала. Юбилейные бонусы есть и для будущих учеников. В честь 20-летия наша автошкола АКС дарит подарки не только Мозырской городской больнице, детскому отделению хирургии, а также и своим курсантам. То есть на время обучения у нас можно получить флаер на бесплатное посещение фитнес-клуба и также 3 месяца number one бесплатный вход. За 20 лет автошкола АКС выпустила более 9500 водителей. Преподаватели и инструкторы стремятся научить будущих водителей не просто умению управлять автомобилем, а делать это осознанно и уверенно. Только так можно стать хорошим водителем. На сегодняшний день у нас 2 категории – Б и категория БЕ. На категорию Б мы учим 3,5 месяца. Категория БЕ – месяц обучения. На сегодняшний день мы приобрели 2 новые машины 2020 года – автомобили «Джили» М-Гранд 7. Также у нас автопарк состоит из таких автомобилей, как «Лада Гранта», «Лада Приора». В период пандемии обучение в автошколе проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Несмотря на все трудности нынешнего года, коллектив автошколы АКС с оптимизмом смотрит в будущее. Здесь готовы помогать и даже воплощать мечты. И если в канун Нового года вы задумаетесь о водительских правах, добро пожаловать в учебные классы АКСа. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».